Друзья, всем привет, с вами Ирина. Сегодня в этом видео я делюсь с вами моим отзывом об уходовой косметике, которой я пользуюсь на сегодняшний день. Это косметика от Хелены Рубинштейн. Здесь у меня две серии. Первая из которых это Prodigy. Здесь у меня два продукта. И серия Replasty. Здесь у меня четыре продукта. Два крема и два профиллера. Итак, сейчас немножечко подробнее о каждом из них. Итак, дорогие мои, я начну с крема по уходу за кожей лица Prodigy Reversis. Вот так вот выглядит наша баночка. И вот так выглядит сам крем. Как вы видите, он у меня уже почти закончился. Именно поэтому сейчас я и начинаю серию Replasty. Это крем такого молочного цвета, он достаточно густой. Сейчас я вам покажу, насколько он густой. А, вот смотрите, я взяла его на лопатку, и он никуда не растекается, не падает. То есть густота у него достаточно такая плотная. Но несмотря на это, он очень тонко наносится, не оставляет жирных следов. Мелкие морщинки на коже лица как бы расправляются. Я не знаю, может быть, они просто заполняются этим кремом. Но эффект действительно свежий, отдохнувший, бархатистой кожи. Декоративная косметика наносится просто замечательно. Этот крем действительно выполняет как уходовую функцию, так еще и выравнивающую функцию. Совершенно замечательное средство. Я, конечно же, буду его еще приобретать. Итак, следующее средство – это крем по уходу за кожей вокруг глаз Prodigy Reversis. Вот так вот выглядит баночка. Сейчас смотрим. Вот так выглядит сам крем. Как видите, он очень похож на крем по уходу за кожей лица. Тоже такого молочного цвета и достаточно густой. Оба этих крема я купила одновременно. Крем по уходу за кожей вокруг глаз и по уходу за кожей лица. Крем по уходу за кожей лица у меня практически закончился, а вот по уходу за кожей вокруг глаз, как видите, у меня здесь еще есть половина. То есть он очень долгоиграющий. Поэтому вот сейчас я приобрела вот эту вторую серию, и мне не надо покупать дополнительно крем вокруг глаз. Я могу продолжать пользоваться вот этим вот кремом, что совершенно замечательно. Крем очень экономичный. Сейчас я покажу, как он наносится. Беру. И вот, как вы видите, точно так же, как и первый крем, он никуда не скатывается, не стекается. Очень плотный, но также очень комфортный и очень тоненький. Тоже не оставляет никаких жирных следов. Прекрасно справляется с мелкими морщинками. Кожа лица выглядит очень отдохнувшей. Убираются темные круги вокруг глаз. Но я не могу сказать насчет этой функции на 100%, потому что ярко выраженные проблемы у меня пока еще, во всяком случае, нету. Эти оба крема рекомендуются для тех, кому уже исполнилось 35 и выше. Хотя я хочу сказать по этому поводу то, что, естественно, все зависит от состояния кожи. Если, допустим, вы молоды, вам уже 20-25 лет, а кожа дряблая, она сухая, неухоженная, то, конечно, надо применять и средства несколько сильнее. Следующее мое приобретение – это вот такая вот знаменитая сыворотка от Хелены Рубинштейн, которая называется Replasty Profiler. Итак, что же нам обещает производитель? Производитель нам обещает повышенную эластичность кожи, заполнение морщинок. Эта сыворотка придает объем нашей коже, делает кожу гладкой, сияющей и обеспечивает кожу гиалуриновой кислотой натуральным, так сказать, образом. Эту сывороточку я покупаю уже не в первый раз и вполне могу сказать, что она действительно выполняет все свои заявленные функции до тех пор, пока мы ею пользуемся. Как только мы перестали ею пользоваться, так все становится, естественно, и на свои места. Но это, я бы сказала, относится практически ко всем кремам, то есть независимо, насколько они там дорогие, насколько они элитные и все остальное. То есть пока мы ими пользуемся, эффект есть.
перестали пользоваться, может быть, эффект еще будет держаться там каких-то там пару месяцев в лучшем случае. Но потом, естественно, все становится на свои места, если мы не продолжаем ухаживать за нашей кожей. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот такая пипеточка здесь у нас. Надо ее буквально немножечко, пару капель на лицо. Затем сыворотка должна тщательно массироваться в кожу лица. Ну, там целая процедура. Это не только массаж, но еще там какие-то специальные пощипывания. В принципе, все это есть в инструкции, можно посмотреть. Но кожа действительно моментально становится такой нежной и гладкой. Здесь у меня один очень сильно непонятый мной продукт от Хелены Рубинштейн. Это также сыворотка Repplasty Profiler, предназначенная для ухода за кожей вокруг губ и вокруг глаз. Почему я говорю непонятая мной? Потому что, в принципе, если у вас есть хороший крем для глаз и хороший крем для лица, то вот эта сыворотка не придаст вам ничего дополнительно позитивного. Я пользовалась ей какое-то время, и, в принципе, ну, никаких особых эффектов от нее я не заметила, хотя производитель говорит, что она там заполнит какие-то там наши морщиночки, чего-то там уберет, сделает какое-то чудо. Вот этого она всего не делает, поэтому лучше потратить деньги на что-то более эффективное, на что-то более хорошее, чем вот на эту сыворотку. Сейчас я покажу, как она выглядит. Сыворотка достаточно густая. Консистенция у нее несколько такая, такого жидкого какого-то силикона. При нанесении она, вне всякого сомнения, очень приятная. Но, как я и сказала, эффекта от нее ноль. Ну и, наконец, я добралась до моих любимчиков. Это дневной и ночной крем от Хелены Рубинштейн серии Repplasty Age Recovery. Как вы сами понимаете, белый – это у нас дневной крем. Здесь у нас белая такая лопаточка. В черной баночке ночной крем с такой же черной лопаточкой. Здесь у нас две книжечки инструкции по применению и нанесению. Я хочу сказать, что этими кремами я уже пользовалась раньше, и даже в коробочке с баночками от моих косметических средств, которыми я раньше пользовалась, я вот нашла пустую баночку с дневным кремом, ну, куда-то, не знаю, заделала баночку с ночным кремом, не нашла ее. Но не суть важно, крема мне очень понравились, именно поэтому я приобрела их еще раз. Эти крема работают с возрастными изменениями, на защиту того, что есть, и на предотвращение, так сказать, негативных каких-то воздействий и результатов. Ночной крем вообще называется кремом с эффектом пластической хирургии. Действительно, они оба очень хорошо держат овал лица, они придают мягкость, гладкость, легкое сияние. Кожа выглядит очень здоровой, мелкие морщинки действительно убираются, либо заполняются. Тоже вы видите, консистенция достаточно густая. Сейчас нанесу на руку. Приятное, комфортное нанесение, ну и ощущение, вот знаете, такое, как не столько увлажнение, сколько интенсивное питание. Сразу же чувствую, как появляется легкая, приятная пленочка на руке. И такое же ощущение у нас сразу появляется при нанесении на кожу лица. Следующий крем, сейчас я его открою, ночной. Крем очень похож по консистенции и по нанесению на дневной, но я бы сказала, он несколько, здесь больше баланс увлажнения, нежели в дневном креме. Дневной более такой, более питательный, а здесь больше, я бы сказала, сбалансированное питание и увлажнение.
Очень комфортный крем, очень мне нравится. Ну и, дорогие мои, это был мой отзыв, мое мнение об уходовой косметике от Хелены Рубинштейн. Я желаю вам хороших, качественных покупок и прекрасного настроения. Всего вам хорошего. С вами была Ирина Сильверстад. До новых встреч. Пока.